были на канале «Полезные советы». Сегодня мы расскажем вам о пользе отрубей и дадим вкусный рецепт. Учеными доказаны полезные свойства отрубей. Для тех, кто хочет похудеть или просто оздоровиться. Они богаты витаминами, микроэлементами, снижают уровень холестерина, укрепляют иммунитет, лечат дисбактериоз. Волосы, ногти и кожа приобретают ухоженный вид. При употреблении отрубей из организма выводятся шлаки, вредные вещества и токсины. Лишние килограммы – это результат засоренности организма. Главное свойство отрубей – ускорение обмена веществ, что способствует сжиганию жиров. Отруби полезны, безвредны. Отруби внесены в состав диетических продуктов. Они хорошо насыщают. При этом их калорийность 165 килокалорий. Во время лечения нужно пить больше воды. Лечение отрубями. Очищенные овсяные отруби с имбирем. Начинаем лечение с 2 чайные ложки. Сыпим стакан. Заливаем кефиром и даем набухнуть. Постепенно надо доводить до 3 столовых ложек, но не более. Это 30 грамм. Для вкуса можно добавить помелу, зефир, сушеные ананасы. Это прекрасный завтрак или ужин. Но во всем важна умеренность. Переизбыток отрубей приносит вред. Отруби нужно есть для профилактики, а также для страдающих с запорами, ожирением, снижением иммунитета, атеросклерозом. Подходите разумно и постепенно. Но у отрубей есть еще и противопоказания. Людям, которые употребляют отруби, нужно знать, что отруби – это абсорбент. Их действие на лекарства такие же, как у активированного угля. Они могут как снизить действие препарата, так и свести его вовсе на нет. При приеме лекарств во время лечения отрубями посоветуйтесь с врачом, можно ли употреблять отруби во время лечения. Отруби разбухли, и мы добавим сухофрукты. Вот, например, помело я добавлю. Нарезаем на маленькие кусочки. И засыпаем наше лекарство. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!